Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dark Souls Prepared to Die Edition. Мы находимся, сложно сказать, где? В прошлом? Где-то в прошлом. Локация сама по себе достаточно сложная. Но при этом враги местные не так, чтобы сильно доставляют. Хотя есть, конечно, вот эти маги, которые могут нам доставить проблем. Собственно, в последней серии мы завершили на том, что нас во второй раз на этой локации убили. Во второй и, по ощущениям, далеко не в последний. Короче говоря, я узнал, где взять фонарик для секретной двери тут. Он будет продаваться вроде как у кузнеца, который заседает где-то... Короче, где-то там позади. И он нам поможет именно этим фонариком. Нужно будет открыть ту секретную дверь. А так, в основном, пока что мы все делали правильно. Все у нас шло довольно хорошо. Поэтому давайте продолжать в том же духе. Конечно, мне нужно какой-нибудь... Оп! Троих одним ударом. Что это у тебя выпало? А, с вас, да, с вас неплохо выпадает осколки титанита. Вон, сразу два дали. Так, подожди. А сколько мне нужно осколков титанита? Ну ладно, сейчас нас убьют, и потом посмотрим. По-моему, мне осколков титанита хватает, чтобы еще прокачать свое оружие. То есть, чтобы оно еще сильнее стало. А пока двигаемся вперед. Ставим вот тут вот, чтобы они, атакуя нас, падали, соответственно, вниз. Оп! Падай. Ладно, фиаско. Видите, да, сколько осколков титанита дает? Здесь его просто фармить можно, если выражаться по-задротски. Так, вот эти маги — это единственные неприятные противники на данной локации. Они бьют своей темнотой, и она сносит очень много жизни. Последний раз нас так вообще убила эта тварь с одного удара. Мне это не сильно понравилось. И даже через блок неплохо так прошибает. Мне бы понять, чем именно она бьет, это магия или что. Если это магия, то мне нужно щит соответствующий надеть. Потому что на этом щите у нас от магии защита 40. Ну это явно не молния, да? Маги, наверное. Может, попробуем этот щит? Блин, под него 50 сил нужно. Смысла нет. Короче, толку особого нет. Можно тот щит, который... Да, в принципе, с этим нормально справляемся. Тут уже скорее не от щита зависит. Твою батя. За что я не люблю медленное оружие? За то, что оно каждым ударом делает по шагу вперед. Просто удар молниями мне тут не сильно помогает. Так, аккуратно. Без лишних взмахов. Здесь у нас был мимик. Крайне неприятный такой. Скотобаза. Чуть не съел нас, да? Так, ну и отсюда мы... Вон там у нас где-то этот секретик. Блин, я хочу туда. Там наверняка что-то интересное. Там звуки такие. Давай. Раз, два, говорю, Дальность поражения решает. Но все-таки вот тут больше выгодно двигаться именно в блоке. Хотя он, конечно, через блок серьезно так прошибает. Но если бы я быстрым был и перекатами тут пользовался, то это вообще была бы просто смерть.
Так, хорошо. Вот тут какие-то странные светящиеся начинаются. Ну ладно. Хорошо. Справа еще один мерзавец. До свидания. Сверху один сваливался. В прошлый раз, когда мы тут были. Я, правда, не понял, откуда. Но откуда ты сваливался, факт. Давайте вот сюда подойдем. Если он изъявит желание. А вот он. Очень так вовремя появился. Молодца. Так, и что у нас тут точно больше ничего нет? Какой все в пакости, в какой-то гнили. Что, еще осколок титанита? Ну хорошо. Без проблем добрались сюда. Вот сейчас начнем погибать, потому что сразу два этих мага. Давайте лучше подлечимся. В прошлый раз нас по большей части по ошибке убил. Да, блин, ну. Долго, медленное оружие. Так, ну ладно, более-менее прошло. Могло бы быть почище, могло бы быть и похуже. Так, где там маг? Я его не вижу. А вон он наверху. Давайте, ребятушки. Поторопился. Мой косяк. Второй готов. Так, дальше ты все еще не спускаешься. А что у нас вон там, интересно? На том подъеме. Сейчас побегу эти наагрицы, и тот стрелять начнет. Кто ходит, блин, а? Сейчас я сюда полезу, если кто-нибудь упадет, я просто обкакаюсь. Нет, хорошо, нормально все. Че, кто-нибудь, что-нибудь? Да, бежит. Ну, тот спрыгнул, насколько я слышу. И это даже хорошо, потому что сейчас мне наверху полегче будет. Офигеть, куда я поднялся. Блин, мне определенно нравится это место. Оно мне напоминает мир 3-2, что ли? Вернее, 3-1 из Demon's Souls. Такое темное. Темные замки, недружелюбные. И тут примерно так же сложно, как и там. Куда я иду вообще? Тут столько развилок, это офигеешь. Вроде пришел, да? Это я сверху над тем самым местом. И сейчас я по-любому не смогу допрыгнуть отсюда туда, нет? А что там вообще есть? Ладно, давайте сюда посмотрим сначала. Тайная тропа. Но если она и есть, то она открывается не таким способом, явно. Так, это у нас место, откуда я пришел.
А как мне попасть туда? Так, подвинешься нормально? Нет, все равно ненормально. Это надо одно оружие убрать. Теперь нормально. Так, ну давайте попробуем. Если что, все равно не убьемся насмерть. А, да блин, ну... так, ладно. В принципе, понятно, что делать. Похоже, я тут смогу допрыгнуть, да? Сейчас главное не погибнуть. Потому что эти уже спустились, твари. И уже ждут меня. Где маг, самое главное? Вот что меня волнует. А, наверху до сих пор? Нафиг. По сути, блин, разработчики, это очень... Что это было? Как будто девушка вскрикнула. И мне послышалось уже. Разработчики, тонкие психологи, и знают, что игрока бесить будет. А бесить его будут вот такие вот твари, которые, по сути, из себя ничего не представляют, но при этом неприятные, согласитесь. Что ж ты убежал-то? Так, мне... Я не понял. Вы понимаете, что это означает? Что где-то здесь есть обход? Откуда он пришел-то вообще? Как ты, собака, тут оказался? Странно. А, понятно, он побежал сюда, спрыгнул. Вон оно что. Блин, я хочу в это место тоже, но... Че ж у вас все секретики такие опасные? Я уже прыгать разучился. Отсюда, я так понимаю, просто покатиться нужно будет, нет? Потому что если я прыгну, то я в стену упрусь. Да я и так убьюсь, по-моему, нет? Ну, давай. О, хорошо. Так, ладно. Мимик, мать твою, за ногу. Сейчас мы тебя, мимик, разберем. Так, группы поддержки больше нет. Все, давайте с мимиком разбираться, а потом уже посмотрим, что у нас еще тут есть. Блин, мы на этой локации, похоже, серию будем. Казалось бы, такая маленькая, а на самом деле такая большая. Дайте фонарик, пожалуйста. Райте! Я тебе сейчас по футболю. Что было? Узорный ключ. Узорный ключ, это, я так понимаю, ключ от кузнеца, да? Узор зачарованный, а дверь запечатана мощным заклинанием. Интересно. Пока что единственная дверь, которая была заперта, это дверь к кузнецу. Там, около Колизея. Вполне возможно, это ключ именно от нее. Так, сюда мы не проходим. А здесь у нас спуск куда? Сейчас узнаем. Где это мы вообще? Сюда полезешь, и по идее можно скатиться на этаж ниже. Но зачем, если у нас лестница есть?
Сволочь, я понял, где это. Я все понял. Ну да. Понятно, нужно сначала разобраться с этой сволочью, потом спускаться. Но для начала мы пойдем сюда, что ли? И попробуем допрыгнуть там еще раз. Это непростой прыжок. Но я думаю, со второго раза он у нас получится. Или не получится. Ну-ка. Так вот. Хоп. Все же нормально. Че ж в тот раз не получилось? Опять 20 тысяч душ. Как видите, души тут быстро набираются. Так, с разбегу берем и прыгаем вот сюда прямо. Это не так просто. Ну, бляха, муха, ну. Ладно. Я хочу, чтобы та магическая тварь спустилась уже, и мы могли бы с ней нормально пободаться. Сейчас, по-хорошему, мне нужно под нее забежать. Их точно двое тут. Под нее и с ними разобраться. Так, хорошо. Спускайся. Нам понравится вдвоем. Давай. Она так долго тупить может, похоже. Ну, давай уже куда-нибудь иди, ну. Туман тьмы. Это чудо какое-то, что ли? Короче, прямиком к ней спуск. И пока я буду спускаться и разворачиваться, она меня расстреляет и убьет. А что там у нее есть вообще? Ой, я могу на тебя навестись как-нибудь, нет? Стрел-то есть, не проблема. Так. Так. Да не прячься ты. Так, я долго тебя щипать буду. Так, понял, понял. Понял, понял. Все понял. Фу, блин. Слабый противник, но стреляет сильно. Заколебал уже. Может, спуститься ко мне? А, собственно, там наверху мы были. Если что, скатились бы сюда. Там еще вижу этих тварей дофигища. Блин, я хочу взять то, что там. Давайте еще раз попробуем. Если что, вернемся. А ты заколебал, ну. Так, все. Может, ко мне спустишься? Поржи, поржи мне. А что смысл-то мне вообще к ней спускаться, если у нее ничего там нет? Ну да. Бесполезно. Так, короче, туда нужно подняться. Блин, для этого мне не сюда же нужно. Ох, запутано. А, все, спустился, молодца. Давай. Твою мать, ну что ж такое? Этот монстр меня ненавидит просто. Да. Так, ну раз мы тут, давайте мы сходим к кузнецу, попробуем открыть дверь. Мало ли что вдруг получится. Ключик у нас, по идее, есть. Может пригодится.
Если там будет светильник, у него фонарик, то это будет вообще прекрасно. Ну, видели, да, что происходит на этой локации? С обычными монстрами проблем нет, но вот эти вот твари сильные. Обалдеть. Ну, здесь все равно не столько боли, сколько в том лесу было. Хорошо, отлично. Душ, конечно, нет. Ну, сейчас истратим всякие эти. Офигеть. Вот это рында. Это лук у тебя такой, что ли? Ну, нифига себе. Thanks to thee, he left this world with honor intact, and here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Слепой, печально. If thou seekest to explore this domain, be wary. Мы уже познакомились. Dragon, I fear thee no match for this terrible beast. Спасибо. There's very little to be said. What good is a dog with no hands to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Так, радужный камень, путевой знак, прислушайтесь, понятно. Знак здравствуй. Спасибо. Я не понимаю смысла этих штук. Так, осколки титанита продаются. Ну, это неплохо. И все, что ли? Да. Спасибо, блин, большое. Какой-то ты вообще бесполезный. Смысл-то от тебя тогда. Так, ну ладно, сейчас продолжим с того же места примерно, короче говоря. Ну и продолжаем, короче говоря. Мы там же сейчас будем по-новому разбираться. В принципе, все понятно, да, что тут делать. Особой сложности нет. Но вот эти вот два мага. Ох уж эти два мага. Это какой-то капец. Несложные, по сути, они именно дожидаются вашей ошибки и лупят, лупят. Ничего не поделаешь. Меня это просто удручает. Давай сюда. Так, надо бы подлечиться, потому что сейчас может все плохо кончиться. Так, ну что, ребятушки, я пришел за своими душами. Ну давай, ну. Тихо. Ты посмотри. Они могут что-то. Я их что-то недооценил. Первый раз вижу, чтобы они столько сносили. Так, ладно. Вы двое. Вас выманивать довольно легко. Идешь сюда, и вы сами. Просто. Лезете просто. На мое лезвие. Так, ну, в принципе, по той же методе. тысячи, отлично. Так, сейчас я бегу туда. За мной ломится один из них. Давай. Ну давай уже. Шо? Топерч. Пробегаем к этим вниз туда. Можно вообще его не убивать, но я просто хочу его кровь. Он меня заколебал уже, честно. Ты... Офигеть. Ну... Ладно. 44 штуки уже. Качаться здесь, по идее, довольно легко. Главное, туловище свое унести после забега. Ой, так, себе осколок титанита. Это нам пригодится.
Пока что самые большие проблемы здесь это убить вот эту тварь и перепрыгнуть там. Там у меня вообще перепрыгнуть не получается. То есть там точно-точно нужно попасть. Так, погнали. Я забыл, что тут стоит. Так, еще чуть подальше. Я надеюсь, тот не прибежит к нам обниматься. Вот здесь побегу, здесь специально. Вот сволочные разработчики, они специально, они если по стеночке будешь бежать, они поставили колонну, чтобы ты за нее зацепился, побежал, полетел немного левее. Так, ну я понял, что здесь секрет, но нужно какой-то светильник, что ли. Да, елки-палки, чистый прыжок же был, ну. Я не знаю. Чистейший прыжок, с самого края прыгал. Вот, ну всяко же, блин, как еще по-другому туда попасть? Так, ладно. Сейчас разденемся, трусов еще раз попробуем. Мне это нужно. Хотя, по-моему, на дальность прыжка не влияет. Вот прыгается нормально. А там не могу прыгнуть и все. Давай, пацанчик. А, вон, смотри, как далеко улетел. Ну ладно. Ты только не упади сейчас еще. Кто там ржет, блин, а? Так, нужно одеться, а то там что-то... как это... непонятные звуки. Или вот в этом бегать, более подвижным быть. Здесь, я думаю, это лишним не будет. Да, подожди, что ты делаешь? Любим броня. Блин, я даже не посмотрел, мимик это или нет, он бы меня сейчас убил просто. Обломок титанита красного. Ну, ладно. И чё? И чё сюда пёрся-то? Пофигу. Только за этим, похоже, и пёрся. Так, ну сейчас мне по-любому нужно как-то с ним разобраться или просто, по крайней мере, мимо него пробежать. Давай. А, ты спустилась, тварь? Это осложняет дело. Серьезно осложняет. Как мне к нему подобраться теперь? При том, что там еще два этих. Блин, надо их согреть сначала. Я придумал. Придумал. Сейчас вот к этим наведаемся. Заодно там, может, маленько сместится. Не щадит меня игра. Не щадит. Так, ну что... Это база. Хорошо. Так, и теперь ч? Тут у нас был спуск к нему. Сейчас, я думаю, будет поинтересней. Хотя, если он... Ну, офигенно. Что мне это вообще дает-то, что я сюда залез? Вообще ничего. Подожди. Отлично.
успел. Фу, блин. Ну, по крайней мере, со всеми разобрался. Все тут мертвы. В этом зале я царь. Больше тут делать нечего. Давайте смотреть, что дальше. Ох, блин, попило кровушки у меня это место. Ну, не в первый и не в последний раз. Потому что я думаю, мы тут еще много раз будем проходить. И страдать, соответственно. Упавшее здание какое-то. Кто орет? Блин, а жутко. По-настоящему жутко в таком месте. Темно. Кричат дети. Магичка это. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Скажите мне, пожалуйста, что это то самое место. Что-то едет, нет? А, вот, вот так. Это срез? Ох, офигенно. Оно того стоило. Пойдемте поднимем уровень. Потом, блин, это насколько упрощает дело. Фу, хорошо. Давай еще. Смотри, как тютелька в тютельку прям. Я сейчас силу качаю, чтобы под сет Хевела маленько подходить. Потом надо будет еще выносливость. Но в целом все нормально. Ну, видите, да, какой-то офигительный срез. Это просто сказка какая-то. Я о таком даже не мечтал. Ой, блин, красота. Сколько проблем решено разом. До свидания. Отлично. Да, блин, не смещайся ты. Ну, сейчас уже можно пофулюганить маленько. Все поблизости. Так, ну и теперь мы можем прямо отсюда поехать вниз и смотреть, что у нас там дальше. Но я думаю, мы до очередной смерти идем. Потому что там опять эти маги, а я ненавижу этих магов. Укрытий никаких нафиг нет. Ох, тут будет плохо. Да кто орёт-то? Отлично. Ну. Это да. Это да. Но мне нужно как-то к ним сюда пробежать и выжить при этом. Чтобы не попасть под огонь магов. О, уже услышали. Хорошо. Понятно. Можно выживать. Сначала этих агришь. Так, минус два. А их там трое, по-моему. Или нет, их двое. Один по центру вот этот вот. Большой осколок титанита. Все, погнали. Такие дела. Ну, в принципе, нормально, да? Какая-никакая тактика тут есть. Жизнеспособная. Бьешь одного, убивает тебя второй. Тоже интересно. Когда что? Блин, а что стоит делать тогда?
Да все равно траванулся, ты посмотри. Фу, так. Ставят, нет? Ну, я достаю. Одного снять только надо. Но, блин, я им по 12 ношу, это же... Нет, это не вариант, это я полчаса буду стрелять. Ох, как удобно. Ладно. Разменялись. Хорошо, а там что такое стоит? Это что-то новенькое, по-моему, что ли? Это не босс? Вроде не должен быть тут босс. Удерживая обеими руками, мощным ударом кого-то бить. Или мини-босс какой-то. Спрашивали, что это за кольца, я сам не знаю. По-моему, это какие-то баги просто. То есть, по сути, это такие кольца бывают при использовании чуда. У нас тут чудо никто вроде не использует. Поэтому баги, скорее всего. Так, ну что, давай попробуем. С тобой, мне кажется, мне легко будет драться, потому что ты, судя по всему, очень сильный, но очень медленный. А сильные удары я держу пока. Хотя... Не будем заговаривать. Это что за хрень вообще? Это что такое? Офигеть. Да ты шутишь, что ли? Ну, нифига ты даешь. Ладно. Надо было алебарду брать против тебя. Двойной. Так, ну это, понятное дело, не укрытие. О, хорошо, понравилось. Ну смотрите, я ему сколько отнял. Но если так будет продолжаться, я думаю, справимся. Блин, у него второй удар после первого очень быстро. Нет, нужно алебарду по-быстрому взять. Только как мне это сделать, если он постоянно ко мне идет? Вот сейчас можно было бы ударить, но, блин. Нравится? Давай еще. Хорошо вошло. Ай. Давай, осталось добить тебя. Ну, как я и говорил, в принципе, не так сложно, как могло бы. Но расслабляться вот с ним точно не стоит. Эта дура. Эта дура может за себя постоять определенно. Так, ну давай уже, ошибись хоть раз. Типа так вот, да. Фу, прикольный бой. Кольчужные поножи. Нафига они мне нужны? Ну пусть будут, раздают. Но я сразу тяжелее стал. Пока что вот это вот для меня. Так, что тут еще есть? Больше ничего? Лучше бы дали что-нибудь полезное, я не знаю, светильник тот же самый, фонарь. Ну, прикольная локация, да? Блин, она мне просто дико доставляет. По сути... Так, не в ту сторону. По сути, надо бы возвращаться да прекращать серию, но, блин, интересно посмотреть, что там дальше. Куда-то совсем уж плохое место идем. Что за нажимная пластина? Что за мухи какие-то, что ли?
Здрасте. Свидание. Невесомость практически. Твою мать, и что я тут буду без фонарика-то делать? Кто тут вырывался? Я не хочу тут находиться, мне тут уже не нравится. Ох, какие неприятные звуки, просто басы. Прям дрожит земля. Ну, допустим, хорошо. А, ну да, сначала. Фу, короче говоря, давайте мы сейчас прекращать, наверное, будем. В следующей серии пойдем в эту зияющую темную дыру. Могу сказать, что мне прям как-то, когда эти звуки пошли оттуда непонятные, стало жутковато. По темноте напоминает даже, блин, долину гигантов, или как она там называется, гробница гигантов. Не нравится мне это место. Но, в принципе, давайте на этом заканчивать. В этой серии я познал боль от этих долбанных магов, но, в принципе, это уже пройденный этап. О, а что у меня 3 человечности, я даже не посмотрел, когда использовал. Ну ладно, короче говоря, в принципе, все очень круто, и вот там он, я думаю, будет довольно много боли еще. Просто я смотрю в тот проход, и меня пугает это. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.